Сегодня в Сирии овечкам придется исследовать заброшенные шахты. Они совершат прыжок с парашютом, а также полетают на самолете. Гаясики, ребята, Флавиус с вами, Шон и два его друга. Как всегда, овечки решили пройтись по окрестностям фермы и наткнулись на какой-то домик, ну, который наверняка нужно пройти каким-то образом. Так, так, и бабах, есть, мы прошли. Так, теперь давай толстячок или малючок. Ладно, Тимми, давай, прыгай сюда, запрыгивай. Подожди, а Ширли сможет запрыгнуть? Да, смог. Ширли смог. Так, давай. Тимми нам немножечко помог. Ну, Тимми, в принципе, может и через вот это окошко пройти. Ура! Ой-ой-ой! Куда это мы провалились? Ой, смотрите, мы оказались в какой-то шахте! Невероятно! Как же это так? Ой, так. Ладно, давайте... О, лифт какой-то опустился. Это что-то неимоверное. Так... Смотрите, я здесь что-то вижу. Носочек какой-то, ладно. Так, а как же быть? Шон, допрыгивай. Оп, оп. О, смотрите, все запрыгнули. Отлично. Немножко лифт мы... О, смотрите, трусы! Трусы. Да, трусы и носок. Забавно. Сразу мы спустились в шахту, а тут всякие пасхалки, какие-то лифты непонятные. Ой, очень-очень забавно тут все, конечно. Ну ладно, идем дальше. Тут, конечно, неплохо, но надо как-то выбираться. Так, смотрите, водичка. А что же делать? Так. Я понял. Тимми у нас не может нырять. А может Шон может нырять? Потому что там вот какие-то... Да, и Шон тоже не может нырять. Ну что ж, а Ширли... Бац! Да, Ширли все может. Так, смотрим, что мы можем сделать. Корыто какое-то тут есть. И нам надо как-то активировать магнит, чтобы корыто смогло подняться, я так понимаю. Так, так, так. Ну что ж, Шон, давай ты нажимай на кнопочку. И... Опа, да, смотрите. Ой, только это немножко не тот магнитик, который нам нужен был, ну ничего. Вот на эту кнопочку нам надо нажать, да. О, Шон выпрыгнул. И... Нет, давай, Шон, запрыгай, а Тимми на тебя, потому что ты не можешь нажать на эту кнопочку, ты слишком большой. А Тимми как раз таки нужных нам размеров. Так, так, Шон. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, Тимми, давай. Не нужно. Нам же нужно спасать Ширли, так? Есть, и... И что теперь? Что же нам делать с этим магнитом? Интересно. Ну, я, кажется, знаю, что нам делать с этим магнитом. Так, так, прыг-скок. Уху! Уху. Так, давай, давай. А ты теперь, Шон, нажимай на вот этот магнит и... Опа! Да, смотрите. Вот, оп. Да, и смотрите, получается, таким образом мы можем вытащить отсюда нашего барашка. Так, отключаем от этого магнита, и да, ха-ха, смотрите, все, Ширли, скажем так, спасен. Так, только нажми вот так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, так и так вот. Что же нам, что же делать? Ой-ой-ой, не, я нажал. Давай, Шон, наверное, будет это корыться с водой пихать, и таким образом мы сможем выбраться все вместе наружу. Да. Оп-оп-оп, отлично. И прыгай сюда, сюда. Давай, Шон, так, Ширли, подвинься, и все, отлично. Ток-ток-ток, посмотрим. Это что, динамит? Ха, забавно-забавно. Так, ну... Наверное, как-то туда надо пробраться. Так, давай, Тимми, пробирайся туда. Так, ну, Тимми прошел. А что же будет с самым большим? Он никуда не пролезет, не пропрыгнет.
А у меня есть идейка, слушайте. Ну, это, по крайней мере, должно сработать, как мне кажется. А может и нет. Так, Ширли, подсажу Шона. Так. Ты иди сюда. Так, и... Ой, извини, Ширли, сейчас что-то будет. Ой. Ой, фух. Ты цел? Да, ты цел и невредим. Ну, тебя немножечко поджарило. Ну, ничего, в общем-то, страшного нету. Так, давай. Садись на динамит и, в общем-то, запущу я тебя на этом динамите вверх. Потому что иного пути я не вижу, как нам это все решить. Итак, готовься, Ширли. Так, держись. Есть. Фух, сработал мой план. Да, Ширли у нас подлетел вверх. И все овечки прошли. Поглядим, что же у нас здесь. Так, ага, вагонетка и магниты. Есть две кнопочки. Ну, кажись, я понял. Тимми, для тебя есть работа. Так, Шон, подсади немножечко Тимми. Так, опа, есть. Нажимаем на эту кнопочку. И да, вагонеточку притягивает вот сюда. Это замечательно. Хорошо, так, садись сначала ты, Шон. Так, и может Шарли поместится туда? Оп, ну нет, как-то уже не влазит Шарли, ладно. Так, нажимаем на эту кнопочку и да, смотрите, Шон уже здесь на месте. Это очень хорошо. Давай, теперь очередь настала Ширли переехать на эту сторону. Так, оп. Нажимаем на кнопочку, засаживаем Ширли. И нажимаем на вторую кнопочку. Оп, оп, и есть. Да, вы превышили. Опа. Так. Немножечко подвиньтесь тут. А то нету места для меня. Так. Вот так. И есть. Все. Все овечки в сборе. Ну почти. Да, уже все. Отлично. Так, а что у нас здесь? О, посмотрите, сколько взрывчатки. Ага. Мы будем сейчас тут все подрывать. Забан. Так, ну, я вижу здесь кнопочка, да. Динамитик, носочки, ну, в общем, все как обычно. Ладно. Тимми, нажимай сейчас на кнопочку. Шон возьмет, принесет взрывчатку. Так. Выгрузит ее, скажем так. Наружу. Так. Отходи. Есть один динамит. И есть. И с помощью него мы поднимем Ширли. Так. Давай, Ширли, запрыгай. Стоп, подожди. Шон должен к рычажку подойти. Ой. Перевернул немножечко динамит. Ничего страшного. Так. Вот, перевернул его в нужную сторону. Так, запрыгнул и... Так, Ширли, готовься к полету и... Бабах! Отлично. Ширли прилетел как надо. Так. И еще один динамитик у нас есть. Так, давай, пихаем его, только его нужно перевернуть в нужную сторону. А на этом нам поможет Тимми. Тимми, нажимай на кнопочку. Сейчас, о, есть. Ну, мы и без Тимми справились, ладно. И без этого погрузчика. Ладно, поднимаемся наверх. Берем еще один динамитик. Спускаем его вниз. Так, Тимми, нажимай на кнопочку. Отлично. Все сработало. Нет, Тимми, не надо уходить с кнопочки. Вот, есть, все отлично. Теперь можешь уходить. Так, отодвинем этот от того динамита, потому что будет нехорошо, если он сработает раньше времени. Так, ну и, в принципе, все готово. Тимми, для тебя этот будет динамитик. Так, опа. Готовься, Тимми, готовься. Бабах, есть. Мы переместили Тимми наверх, и остался только Шон. Так, давай, Шон, твоя очередь. Так, вот сюда его поближе, и... Ой-ой-ой, давай, Шон, готовься. Уху! Фух, отлично. Так, ну что ж, вот наши почерневшие овечки. Теперь кто их взрывал, а сейчас их будет мочить водичкой. Так,
Ну что, насколько я помню, только Ширли у нас может плавать под водой, поэтому... Или не только Ширли. А нет, смотрите, Тимми тоже смог немножечко проплыть. Ну ладно, что ж. Давайте, бабах. О нет, смотрите. Так, а ну давай я тебя придавлю немножечко. Опа. Так, да, забавно. О, смотрите. То бишь... Нет, ну это на самом деле забавно очень. Так, ладно. Давайте, нам нужно... Как-то, я не знаю... Вытаскивать опять Ширли, потому что он тяжелый. Нам поможет, наверное, в этом камешек вот этот. Так, Ширли, продвинься. Или нет, Ширли должен остаться здесь. Мы сейчас этот камешек туда вниз. Оп, да. Ширли его... давай, Ширли, давай. Подвинет и с помощью него сможет забраться. Да, все сработало очень хорошо. Ну и Шон уже своим ходом, поскольку он хорошо плавает и прыгает из воды, добирается. Все, хорошо. А здесь у нас, похоже, какое-то приспособление, носочек, так. Ну, дверь тут закрыта, я понял. Тимми, а ну-ка давай вниз, я вижу кнопочку тут, что она делает. О, ну, не ту дверь, она немножко открыла, ну ладно. Я вижу, там еще какая-то кнопочка есть. Так, а ну-ка, Шон, нажми на нее, что будет интересно. Так, что же будет? Бац. О-о-о-о-о, смотри, что-то происходит. Ой-ой-ой, Тимми, давай быстрее, скорее, ты сможешь. Бежи, бежи, бежи. Ой-ой-ой. А! Фух. Фух, Тимми чуть не оказался в ловушке. Это было бы, конечно, нехорошо. Ладно, идем вперед. Что же нас ожидает дальше? А дальше нас ждет какая-то непонятная водичка. Так. Носочки не забываем брать. И какая-то вот система. А, я понял. То есть нам нужно перевесить вот этот рычаг на правую сторону, чтобы мы смогли... Только как нам это сделать? Ширли там тут потонет. Да, нам нужно перевесить рычаг, чтобы перебраться на ту сторону. Давай, давай, Шон. Я думаю, Шон сможет. Оп, да, и Шон смог. Так, смотрим. Давайте всех сюда переправляем. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Так, теперь все овечки на месте. И... Так, опа. И, смотрите, вода постепенно уходит или нет. Давай еще подпрыгуй. И еще. Так, уже получается что-то. Да-да-да. Ура! Ага. Да. Смотрите, вся вода ушла отсюда, и овечки могут проходить смело вперед. Бах. Так, Тимми, не забываем про тебя. Отличненько. Так, я вижу здесь очередной механизм. Какой-то поршень, какая-то паровая машина, что ли. Так, бочка какая-то. Ладно, в общем, будем разбираться. Ну давай, ты, Шон, как самый прыгучий из нас. Что-то бочка какая-то, да? А, ну я понял, эта бочка будет как, возможно... Эта бочка будет для Ширли, что он у нас тонет иногда. Так, и он с помощью нее, да, будет служить трамплином для Шона. Опа, да. И смотрим, что это нам дает. О, я понял, смотрите, мы таким образом накачиваем воду и можем поднять этот уровень воды с помощью поршня. И тогда овечки смогут подойти туда вот вверх самым. Так, еще водички, еще. Давай, о, ну, вот уже достаточное количество, наверное, ее, да. И все овечки могут пройти. Отлично. Итак, что мы здесь видим? Динамит, какие-то опоры, но проход завален. И, похоже, чтобы его очистить, нам нужно взорвать опоры, которые держат камни. И тогда мы сможем пройти. Так, замечательно. Ну что ж, давай, Ширли, подсаживай Шона, он сейчас достанет нам динамитик.
с помощью которого мы и взорвем проход. Так, опа, есть. Оп, смотри. Давай, Шерли, подноси сюда динамит, только Тимми, отойди, а то будет очень больно. И посмотрим, что произойдет. Так. Так, нажимаем на кнопочку заряда и... Так, ничего не произошло. Похоже, нам нужен проводник. Где же взять? А, так вот же он. Ладно, извини, Шерли, но ты послужишь проводником для тока, для того, чтобы взорвать динамитик. Извини, немножечко потерпи. Так, 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 так. Ой, да, сработало, смотрите. Бабах! Да, отлично, мы освободили проход от камешков. Ну и теперь нужно поднять как-то туда барашка всех. Так, Тимми, ты у нас как-то, как пройдешь, Тимми? Надо теперь как-то всех туда наверх водрузить. Может, с помощью камней? Сейчас я их попробую с помощью Шона. Смотрите, стоп, тут есть какая-то кнопочка. А, тут есть лифт, я понял, понял. Ну что же, это замечательно. С помощью лифта сейчас мы всех поднимем, и они все окажутся наверх. Мне кажется, уже скоро будет, скажем так, поверхность, а то мы провалились в эту шахту. Я уже и не помню, сколько мы здесь находимся. Какое-то бесчисленное количество времени. Так, Тимми, давай не отставай от друзьяк своих. Опа, и есть. Все, мы все дошли. О, я же говорил, мы уже очень близко у поверхности. Ха-ха. Так, ну только нам еще, конечно, предстоит долгий путь, наверное. Хоть поверхность уже и близка. Мы находимся под какой-то теплицей, как я понимаю. И нам нужно... Я понял, нам нужно нажать на вон ту кнопочку с самого правого угла. Так, ну что ж, будем нажимать на нее. Так. Тут работа, я так понимаю, для двоих. Тимми будет собирать носочек и... О, смотрите, а мы можем... Мы таки можем на поверхность выбраться, только... О, ха-ха, Тимми может собирать морковку. Ну что ж, ладно. Давай, Тимми, собирай морковку в вагонетку. Посмотрим, что из этого выйдет. Давай, Тимми, опа. И... Давай. Чик, так, так. О, да, смотрите, дверька открылась. Замечательно. Так, все. Овечки, грузимся в лифт. И давай, нажимай. Шерли на кнопочку и опускай своих друзей. Так, опля, 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 все. Мы вышли. О-о-о, смотрите, уже колодец какой-то виднеется, и мы, ну, практически уже у поверхности, только что нам здесь нужно делать? Носочек берем. Так, 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 так. Так, нам нужно уже как-то выбираться наверх. Ага, я понял. Для этого понадобится помощь Тимми. Так, давай-ка, помогай нам. Так, так, так. Я так понимаю, с помощью Тимми и... опа, смотри, Тимми выбрался наружу и... И он сейчас эту палочку уберет. И что тогда будет? Да, и ведро опустится в самый низ. Ага. Так, давай ведро, давай опускайся, опускайся. Так, ну давай, наверное, поможем этому ведру. Опуститься. Так. Опа. И есть. Отлично. Так, стоп, стоп. Только мы же забыли про Шейли, а то он без нас тут не справится сам. Надо его тоже поднять наверх. Так, есть. Давай, Шон, запрыгай. И, я так понимаю, мы все грузимся сюда, на это ведро. И так. Оп-оп-оп-оп-оп. Не хватает мощности, так скажем. Так, опа, есть, отлично. Все равно не понимаю, как это работает. Давайте поднимемся, наверное, обратно наверх. Или же как? Что нам делать? Я не понимаю.
тут. Кусок дерьма, а? Сука. О, смотрите, поверхность уже совсем близко. Так, но что же нам делать? Надо как-то подниматься отсюда. Так, что же делать? Так, ладно, давай. А, я вижу, там есть маленький проходик для Тимми. Так, он сейчас как-то туда проберется. Только его надо, чтобы кто-то подсадил. Так, а ну Шейли, подсади Тимми, чтобы он выбрался наружу. Так, нет, Шейли какой-то слишком большой. Так, надо нам Шон. Он чуть поменьше и как раз... Да, смотрите, он Тимми с легкостью подсаживает. Так, опа-ля. Так, хорошо. Что-то все равно идет не так. Нам нужно как-то вниз опуститься. А мы не можем. Так, ну тогда давайте попросим помощи наших братиков. Так, о, отлично. Ну, давай еще ты, наверное, Шон, для кучи. Чтобы ты мог нажать. Нет! Ой, мы провалились! Ой-ой-ой, мы опять куда-то провалились, что же нам делать? Мы в какой-то очень глубокой яме, и мы летим. Так, ведро, так, уже интересно. Так, бери ведро, отлично, давай. О, есть, одного барашка мы... Ой, нет, куда же ты, маленький, нет. А, я понял, мы на парашютах улетаем отсюда. У-ху! Ой, нет, где же это мы? О, в смысле, а почему все перевернуто? Что здесь происходит? Ой, я не понимаю. А, я понял, смотрите, мы в Австралии. На хвосте самолета я вижу австралийский флаг. Ха-ха. Да, то есть мы попали на другую сторону Земли. И тут все вверх тормашками. Ну ничего, что же. Сейчас мы погрузимся в самолет. И я думаю, мы отправимся обратно в нашу родную Англию. Так, только нам нужно, наверное, в коробке погрузиться. Потому что здесь стоит знак запрета овечек. Это означает, что... Ой. Овечек здесь как-то не очень жалуют. Так, ну что ж. Одного мы погрузили. И еще одного погрузили. И давайте самого маленького. Последнюю очередь. Так. Давай, маленький, заходи. Так, коробочка сканируется. Уху, есть. Ну что ж, все, мы отправляемся обратно в Англию. О-ха-ха. Смотрите, хозяин получил свою посылочку с любимыми овечками. Ну что ж, на этом все. Ждите следующей серии, она будет не менее захватывающая и увлекательная. Всем пока-пока.